Если судный день Аллаху Джалла ва Аля даст мне право выбора, чтобы допросили меня или мои родители, или сам Господь Аллаху Джалла ва Аля, я, говорит, выберу, чтобы Аллах допросил меня. Эти мушрики перестали избивать посланника, начали избивать самого Абу Бакра, радиаллаху анху. Они настолько избили Абу Бакра, что Абу Бакр потерял сознание. Его лицо и шея, и туловище невозможно было определить. Ангелы заступились, помогли. Пророки заступились, помогли. Братья заступились, помогли. Теперь остался заступничество. Архамур Рахимин, милостивого и милосердного Господа, мое заступничество осталось. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамду лиллахи раббиль аламин. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, уважаемые мусульмане, я хочу сегодня затронуть тему о любви к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо мы находимся именно в том месяце, в котором пришел на этот мир самый лучший человек на земле, саиди я Расулаллах. Чем больше мы будем говорить о нем, тем больше в нас умножится любовь к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому хочется побольше говорить о нем, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо однажды, когда Умар, радиаллаху анху, подошел к посланнику и сказал: «Я Расулаллах, я люблю тебя, но не больше семьи, не больше детей, не больше имущества, я сайиди, я Расулаллах». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, реагировал и сказал: «Валлахи, я Умар, у вас не будет достаточной веры, пока вы не полюбите меня больше себя, больше семьи, больше детей и больше имущества». Умар, радиаллаху анху, задумался. Задумался и подумал, в кого же я больше всех буду нуждаться в судный день. Кто мне станет помочь? Кто за меня будет заступничать? И пришел к выводу, что единственный заступник, о котором Аллаху Джалла ва Аля в Коране четко и ясно сказал, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Умар, радиаллаху анху, подойдя к посланнику, сказал: «Валлахи, я Расул Аллах, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я люблю тебя больше себя, больше семьи, больше детей и больше имущества, я сайиди, я Расул Аллах».
И тут посланник Аллаха говорит, сказал: «Аль-ана, аль-ана, я Умар, теперь твоя вера стала достаточной, я Умар». Умар смог, ради Аллаху анху, дать оценку себе и своей семье, ибо этот день суда, очень тяжелый день, в котором люди будут убегать от своих близких, от отца и от матери, от детей и жен, от друзей и товарищей. Он понял, что, ради Аллаху анху, единственный, кто может заступничать за тебя, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Умар говорит, ради Аллаху анху, аль-ана, то есть посланник говорит Умару, когда он сказал, что теперь я люблю тебя больше себя, больше семьи, больше детей. И посланник говорит, теперь твоя вера стала достаточной, я Умар. Значит, посланника, саллаллаху алейхи вассалям, нужно любить больше себя, больше семьи, больше детей и больше имущества. Но не словами. Любовь, она должна выражаться в поступках наших, в делах наших, а не в словах. Они не должны оставаться словами. Их должны мы подтвердить нашими поступками. Теперь я хочу спросить себя, в первую очередь, потом вас, дорогие мои братья, подтверждаем ли мы наши слова нашими же поступками? Если да, то когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас к вранью, когда он призывал нас к гиба, когда он призывал нас к бухтан, когда призывал он нас к притеснению людей, животных, семью, детей, соседей, родственников, друзей и товарищей. Разве когда-нибудь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас этому? Никогда нет. Но ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас к любви и состраданию. И где же эта любовь сегодня? Где это сострадание сегодня? Почему мы перестали любить друг друга? Потому что наши слова не закреплены поступками. Вся проблема в этом. Говорим больше, делаем очень мало. Делаем очень мало. Люди, которые любили посланника, эти были сподвижники. Ризвануллахи та'аля алейхим ва алейна аджма'ин. Однако они, сподвижники, следовали за посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Ихние слова были закреплены поступками. Они готовы были не только сделать, что говорил посланник Аллаха, но и пожертвовать собою. Давайте посмотрим на любовь Абу Бакра, радиаллаху анху, к посланнику. Я вам приведу хадис, где рассказывает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидел, то есть поклонялся рядом с мечетью Каба аль-Мушаррафа. Вдруг его окружили мушрики, курайшити, которые недолюбивали его, саллаллаху алейхи вассалям. Они окружили его и начали избивать.
Билляхи алейкум. Ни один человек не мог помочь посланнику, потому что силы-то были неравные. Они могли видеть его, как его избивают. Один бьет ногой, другой бьет кулаком, третий бьет рукой. Один сажает, другой толкает его, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы представьте себе состояние лучшего человека на земле, саиди, я Расул Аллах. И ни один не мог подойти и помочь посланнику. И вдруг бежит Абу Бакр, радиаллаху анху. Бежит Абу Бакр. Он видит, что они избивают его. Саллаллаху алейка, я Расул Аллах. Абу Бакр подошел, обнял посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит им: «Атактулуна раджулан?» И вы убиваете человека за то, что он говорит: «Ашхаду алла илляха илляллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах». И вы за это убиваете человека? Эти мушрики перестали избивать посланника, начали избивать самого Абу Бакра, радиаллаху анху. Они настолько избили Абу Бакра, что Абу Бакр потерял сознание. Его лицо и шея, и туловище невозможно было определить. Радиаллаху анка, я Абу Бакр. Пусть Аллах будет доволен тобою, я Абу Бакр. Ты спас лучшего человека на земле, саиди, я Расул Аллах. Поэтому, когда Али ибн Аби Талиб, его спросили: «Я Али, ман ашжа ан-нас?» Кто самый храбрый из числа людей? Али ибн Аби Талиб сказал: «Это Абу Бакр». Я Аллах. Люди удивились. Один говорит: «Я Али, разве Умар не храбрее него?» Он говорит: «Нет, Абу Бакр самый храбрый». В тот день, когда избивали посланника возле Каабы, я был, говорит, очень маленьким, и я не мог помочь ему. Единственный, кто потянулся на помощь, рискуя своей жизнью, это был Абу Бакр, радиаллаху анху. И он поддержал посланника. Он защитил его. Он протянул ему руку помощи. Он стал рядом. Ему все равно было, умереть или не умереть, лишь бы спасти посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот он спас Абу Бакра, радиаллаху анху. Абу Бакр спас посланника по воле Аллаха, джалла ва аля. Абу Бакра увезли домой, он без сознания. Его родственники, его мать, его отец, они все думают, что Абу Бакр покинет этот мир. Абу Бакр, радиаллаху анху, дома. Он без сознания. Родственники, родители окружили его. Его глаза не видны, не видны. Когда Абу Бакр, радиаллаху анху, пришел в себя, дорогие мои братья, первые слова Абу Бакра были следующими. Он спросил: «Мама, как там посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Мама, узнай, как же он, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям?» Мама говорит: «Сынок, неужели у тебя дело есть до Мухаммада? Мы чуть не потеряли тебя. Мы боялись за твою жизнь, но ты тут спрашиваешь у меня,
как там посланник Аллаха, мама? Абу-Бакр говорит: мама, я прошу тебя, узнай про него. Иди спроси у Фатима, она же сестра Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анху. Мама побежала, и она спрашивает у Фатима. Фатима боится за свою жизнь. Она была принявшая ислам тайно. Она не хочет узнать. Ее могли избивать, над ней могли надругаться, ее могли убивать. Билляхи алейкум, если бы знали мы, как страдали эти сподвижники, ризвануллахи та'аля алейхим ва алейна аджма'ин. Фатима говорит, когда мама Абу-Бакра спрашивает у нее, как там Мухаммад, она говорит: я не знаю. Теперь она вернулась домой, она говорит: сынок, Фатима не знает, как Мухаммад. Он говорит: мама, скажи ей, что тебе можно доверять. Объясни ей. Она пошла, сказала вот так, как Абу-Бакр велел, ради Аллаху анху. Теперь она говорит: коли можно тебе доверять, я скажу. Мухаммад в хорошем состоянии. Валиллахи лхамд. И хвала Аллаху джалла ва аля. Мама вернулась и сказала: сынок, она сказала, что Мухаммад хорошо. И вся хвала Аллаху джалла ва аля. Абу-Бакр от радости заплакал и сказал: алхамду лиллах. Хвала тебе, о мой Господь. Все то, что со мной произошло, это мелочь, если посланник Аллаха джалла ва аля жив и у него все хорошо. Вот так они любили посланника саллаллаху алейхи ва саллям. А мы-то чем жертвуем, дорогие мои братья? Билал радиаллаху анху перед смертью, его жена рядом стоит и плачет, и говорит: «Уа мусибата, о горе мне!» Жена плачет и говорит: «О горе мне!» Билал говорит: «О моя супруга, ла такули уа мусибата, не говори, о горе мне!» Она говорит: «Почему я, Билал? Ведь ты сейчас собираешься покинуть этот мир. А что я еще должна сказать, я, Билал?» Билал говорит: «Скажи, уа фархата, о радость мне!» «Зачем же я, Билал? Зачем так я, Билал?» Билал говорит: «Гадан алка Мухаммадан ва сахба». Завтра, говорит, я встречусь с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками, друзьями. Аллаху акбар, я Билал. Ты выбрал смерть ради того, чтобы встретиться с посланником. Где сегодня такие люди у нас? Почему их нету? В чем дело? Потому что, дорогие мои братья, мы не любим так посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Надеюсь, есть такие люди, не бывает, что нету. Но мы бы хотели, чтобы мы постарались на самом деле полюбить этих, то есть посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, как их любил сподвижники и табиини, и табии табиин. Где эта наша любовь? Почему ее нету? В чем дело? Потому что мы мало читаем о нем. Мало рассказываем о нем. Мало интересуемся его жизнью, саллаллаху алейхи ва саллям.
Если бы каждый из нас постарался бы познать его жизнь, его быть, то, клянусь моим Создателем, каждый из нас полюбил бы посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте посмотреть, каким же он был, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Аиша, радиаллаху анха, ее спросили, каким же был нрав, поведение посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Аиша говорила, «Кана ямш, Кур'анан ямши фил асвак». Он был Кораном, ходящим по базарам. Он целиком и полностью следовал за книгой Аллаха Джалла ва Аля. Дорогие мои братья, если сегодня мы бы последовали за этой книгой, каким бы сегодня стало наше общество? Что бы мы заметили в этом обществе? Что изменилось бы? Изменилось бы все. Наша жизнь, наша быть, наше общение, наше взаимоотношение. Все изменилось бы в лучшую сторону. Мы бы стали более жалостливыми и милостливыми, любящими друг друга, понимающим друг друга, прощающим друг друга. Сегодня это отсутствует. В чем же дело? В том, что мы не следуем за этой книгой Коран, который был ниспослан Аллахом Джалла ва Аля. Это же Аиша, радиаллаху анха, рассказывает о его поклонении, как он поклонялся, саллаллаху алейхи вассалям. Аиша рассказывает, я просыпаюсь ночью, нету рядом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он не спит, слушаю и слышу его плач, стонь и рыдание. Я подхожу, посланник плачет, молится и плачет. Его борода мокрая, его грудь мокрый, перед ним земля мокрая, его ноги опухшие. Саллаллаху алейка я Расул Аллах. Аиша спрашивает, «Ва анта я Расул Аллах». وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. И ты плачешь столько, я сайиди, я Расул Аллах, человек, которому Аллах простил предыдущие и будущие грехи, я сайиди, я Расул Аллах. Посланник говорит, поднял взор на меня, слезы текут по щеке и по бороде. Посмотрев на меня, он плачет и говорит, «Я Аиша, афаля акуну абдан шакура». Неужели я не буду благодарным рабом Аллаха Джалла ва Аля? Столько Аллах сделал для меня, я Аиша. Неужели я не должен поблагодарить этого Аллаха Джалла ва Аля? Дорогие мои братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любил нас, страдал из-за нас, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды, находясь на кладбище Бакия, посланник плачет, плачет и говорит, саллаллаху алейхи вассалям, «Лакад иштахту иля ихвани». Воистину я соскучился по своим братьям. Слезы текут, борода мокрая, щечки мокрые. Посланник плачет, плачет и говорит, я соскучился по своим братьям. Сподвижники, они в окружении посланника, они спрашивают, «Авалясна ихванука, я Расул Аллах? Разве мы не являемся твоими братьями, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Посланник Аллаха говорит, «Ля, вы не являетесь моими братьями.
А мы кто, я сейди? Балантум асхаби. Наоборот, вы мои друзья. А кто же они, твои братья, я сейди? Я Расул Аллах, по которым ты столько скучал и даже заплакал, я сейди. Я Расул Аллах. Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям, это те, которые не видели меня и уверовали в меня. Разве не мы с вами, по которым скучал посланник Аллаха, и сколько мы скучаем по посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, сколько раз мы проливаем слезы, скучая по посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько изменились мы, любя посланника, стараясь быть похожим на него. А что мы оставили с прошлого года на этот год, слушаясь и следуя за посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте расскажем, как же он любил нас, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Муслим приводит хадис от Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анхум. Однажды посланник Аллаха почитал слова Аллаха, джалла ва аля, которых Аллах рассказывает про Ибрахим, алейхи ссалям. И он говорит, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха прочитал, говорит, Коран, где Аллах рассказывает про Ибрахим, где Аллах говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим, Рабби, иннахунна адлална касиран минан нас, фаман табиани фа иннаху минни, ваман асани фа иннака гафурун рахим. О мой Господь, эти слова Ибрахима, алейхиссалям, иннахунна адлална касиран минан нас, они вели в заблуждение очень многих людей. Эти слова, обращенные Ибрахимом к Аллаху, джалла ва аля, они много людей вели в заблуждение, я раб. Фаман табиани, тот, который последует за мной, о мой Господь, фа иннаху минни, он от меня. Ваман асани, а тот, который ослушается меня, «Фаиннака, воистину ты, гафуру рахим, прощающий и милостливый». Потом, говорит, посланник почитал ая, где Аллаху, джалла ва аля, рассказывает об Иса, алейхи ссалату вассалям, где Аллах говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим. Эти слова Иса, обращенные к Аллаху, где говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим. Ин туаззибхум фа иннахум ибадук. Если ты их накажешь, о мой Господь, фа иннахум ибадук. Воистину они твои рабы. Ты что захочешь, то и сделаешь со своими рабами, если ты их накажешь. Ва ин тагфир лахум. А если ты их простишь, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Воистину ты величественный и мудрый, о мой Господь. Прочитав эти аяты, посланник Аллаха плачет, плачет и поднимает руки на небеса, плачет и говорит, саллаллаху алейхи вассалям, плачет и читает эти суры, плачет и читает эти суры, вспоминая нас, думая о нас, защищая нас, переживая за нас, проявляя заботу за нас, он поднимает руки, саллаллаху алейхи вассалям. И тут Аллаху джалла ва аля обращается к Джибрилу, алейхиссалям. Хотя он, Аллах, лучше всех знает, зачем он поднял руки. Он говорит, я Джибриль, инзиль иля Мухаммад. Спустись к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям,
Фасальху спроси, маллази юбкика, я Расул Аллах. Почему ты плачешь, я сайиди, я Расул Аллах? Джибриль не спустился и спрашивает у посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник говорит, Джибриль говорит, ма юбкика, я Расул Аллах. Почему ты плачешь, я сайиди, я Расул Аллах? На что посланник Аллаха говорит, уммати, уммати, я Джибриль, я переживаю за свою умму. Я переживаю за свою умму, я Джибриль. Что будет с моей уммой после моей смерти, я Джибриль? Что будет с моей уммой в судный день, я Джибриль? Алейхи салату вассалям. И теперь Аллаху Джалла ва Аля говорит Джибрилю, я Джибриль, инзил иля Мухаммад. Еще раз спустись к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и скажи ему, что же сказать, я Раббана? Аллаху Джалла ва Аля говорит, «Инна санурдика фи умматик». Я сделаю тебя довольным в твоей умме, я Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. «Валя насуук». Я никогда не обижу тебя. Я никогда не позволю, чтобы ты обиделся, я Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, чтобы ты огорчился, я Мухаммад. Я обязательно обрадую тебя, я Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И когда Аллахом было ниспослано следующий ая, где Аллах говорит джалла ва аля, бисмиллахир рахманир рахим, вала сауфа юутика раббука фатарда. Потом я дам тебе, я Мухаммад, разрешение на заступничество, и я обрадую тебя, я Мухаммад. Посланник Аллаха обратился к Аллаху и сказал, «Ана ла арда, я Рабби, ана ла арда, я Рабби, я не буду доволен, о мой Господь, до тех пор, пока вахидун мин уммати финнар, пока один из моей умми, один человек из моей умми будет в аду, я Раббана». Вот так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, относился к нам. Вот так он проявлял к нам любовь. Один из табиинов говорит, если судный день Аллаху джалла ва аля даст мне право выбора, чтобы допросили меня или мои родители, или сам Господь Аллаху джалла ва аля, я, говорит, выберу, чтобы Аллах допросил меня. Его спрашивает, почему это так, ведь родители нас любят. Ведь родители нас любят. Он сказал, я знаю, что мой Аллах любит меня больше моих родителей и больше всех. Дорогие мои братья, вот так посланник любил нас. Вот так Аллаху джалла ва аля любит нас. А сколько мы любим Аллаха джалла ва аля, а потом его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И в чем же она должна выразиться, наша любовь? Давайте еще раз подумать. Разве достаточны наши слова, в котором мы говорим, мы любим посланника? Нет. Разве достаточно сказать, мы любим Аллаха джалла ва аля? Тот, кто любит Аллаха, следует за Кораном. Тот, кто любит посланника, следует за его сунной. Биллахи алейкум. Биллахи алейкум. В этот тяжелый час судного дня ни один не станут нам помочь, кроме как по воле Аллаха джалла ва аля. И что дальше? Где спасение? И кто спаситель? Кто может помочь, если на то нет воли Аллаха джалла ва аля? Что с нами произойдет? Подумайте еще раз. Подумайте и дайте себе отчет. Как же нам быть? Дорогие мои братья, последним я приведу хадис. Хочу рассказать о любви Аллаха джалла ва аля. Мы рассказали о любви посланника, но нельзя забывать о любви Аллаха джалла ва аля.
Посланник рассказывает, судный день, когда начнет процесс вытягивания сирата над Джаханнам, люди все в страхе, они все боятся. Боятся, потому что сират – это мост, протянутый над Джаханнам, адом. Она адакку мина шар, тоньше, чем волосок, острее, чем лезвие ножа. Будем проходить ночью в ночной тьме. Ла хаула ва ла куввата илля биллях. Нету рядом ни отца, ни мамы. Нету рядом ни детей, ни жен. Нету рядом родственников и близких. Ты один со своими проблемами, а их очень много. И тут посланник говорит, будут категории людей, которые пройдут по сирату, как молнии. Аллахумма джаална минхум, я раббаль аламин. О Аллах, сделай нас из числа тех, которые пройдут этот сират, как молния, я Раб. И это в Твоей воле, я Раббана. И Ты тот, который сказал, ورحمتي وسعت كل شيء моя милость хватит всем. Мы надеемся на Твою милость, я Раббана. И будут категории людей, которые пройдут по этому сирату, как скакун, лошадь. Будут категории людей, которые будут проходить по сирату, ползать, падать и вставать. Падать и вставать. Ночь, тьма. Тебе освещает только твои действия, которых ты сделал, будучи на земле. Она то ли гаснет, то ли тухнет, то ли освещает тебе дорогу. Ла хаула ва ла куввата илля биллях. Оттуда идет жар. Тебя сжигает. Фа инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Дальше что? А будут категории, которые упадут вниз лицом. О Аллах, спаси нас. О Аллах, защити нас в этот тяжелый час. И последний, когда эти люди пройдут ас-сират, они полусгоревшие. От них пахнет жарью. Ла хаула ва ла куввата илля биллях. Дальше что? Они обратятся к Аллаху и скажут, о Аллах, хвала Тебе за то, что Ты даровал нам, то, что Ты не даровал никому из Твоих рабов. Это для них огромная милость, что они вот так вот спаслись. И тут они обратятся к Аллаху и скажут, я Рабби Ихвануна, о наш Господь, о наш Господь, наши братья, кану юсаллуна маана, они совершали с нами молитвы, они соблюдали с нами пост, они отдавали с нами закат, они совершали с нами хадж, но однако они упали, я Раббана. Прими наше заступничество, я Раббана. Почему мы не любим друг друга? Почему мы не любим друг друга? Почему мы ненавидим друг друга? Как приятно в этот тяжелый час, когда за тебя заступаются твои братья по вере. Аллаху Акбар. И тут Аллаху Джалла ва Аля говорит, о мои рабы, спуститесь, вытащите оттуда тех, у которого в размером монету иман еще в сердце. Они спустятся и вытащут. Они полусгоревшие, сгоревшие. Ла хаула ва ла куввата илля биллях. Потому что они уже перебивали в аду.
И тут они скажут: «Я раб, мы вытащили тех, у которых иман размером копейку, монету. Таких больше не осталось». Аллах говорит, скажет: «А теперь спуститесь и вытащите оттуда вот тех, у которых иман размером пол монеты». Они спустятся и вытащут. Они скажут: «Я Рабби, мы сделали это». Теперь Аллаху Джалла ва Аля говорит: «О мои рабы, спуститесь и вытащите тех, у которых иман мискала зарра, частицу, молекул». Они вытащут их. Ла хавла ва ла кувата илля биллах. Теперь Аллах говорит, давайте послушаем Господа. Шафаат аль-малаика. Ангелы заступились, помогли. Пророки заступились, помогли. Братья заступились, помогли. Теперь остался заступничество. Архамур рахимин. Милостивого и милосердного Господа. Мое заступничество осталось. И Аллах вытащит оттуда его. Аллаху Акбар. Дорогие мои братья, неужели такой Аллах не заслуживает, чтобы его любили, чтобы за ним пошли, чтобы за ним последовали, чтобы ему поклонялись? Неужели такой посланник не заслуживает, чтобы его любили, чтобы за ним шли, чтобы соблюдали его сунну? Неужели наши братья, которые будут заступничать по воле Аллаха в судный день, чтобы мы их полюбили? Они все заслуживают этого. Любите Аллаха, джалла ва аля. Любите посланника. Любите друг друга. Если мы хотим, чтобы Аллах полюбил нас. Всех благ наземных и загробных пусть Аллах возвысит нас. Пусть Аллаху джалла ва аля сделает нас из числа тех, которые соблюдают сунну пророка не на словах, а в делах и поступках. Акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум ва ассаламу алейкум ва рахматуллах. Дорогие мои братья, из Терекли Мектеб приехали наши братья.